Всем привет, вы находитесь на канале FastGuard TV и добро пожаловать в Cyberpunk 2077. Это было странно. Мы с вами продолжаем открывать карту, и у нас есть некоторые долги в районе Haywood, но мы сейчас, я думаю, быстренько с ними разберемся. Тут несколько преступлений, несколько заказов, но уже без второстепенных миссий. Мы с ними покончим и вот после этого продолжим. У нас есть второстепенное задание с Керри, у нас есть второстепенное задание вот здесь. Нет, Джуди живет не здесь. Вот кто бы что ни говорил, Джуди у нас тусит где-то явно в другом месте. Я не помню, к сожалению, где, но... О! Квартира, здесь вы живете. Вот здесь у нас тусит Джуди, мы тоже туда сходим. Заодно разберемся вот с этим разбоем, который последний здесь остался. Не знаю, то ли это, что я не видел или нет, но узнаем в процессе. Пока что идем разбираться с Хейвудом. И, наверное, сегодня начнем нижний район. Скорее всего, только начнем, но посмотрим, как там пойдет. Потому что райончик, конечно, не маленький. Оказался, мы тут уже какую третью серию в этом центральном городе. Ну, даже не сам райончик, а вот именно такой кусок карты отделенный. Он серьезный по объемам. Это что был за звук только что? Так, один умер просто так. Вау. Я иногда забываю, что организованная преступность это все-таки не просто обычный рандомный разбой, и тут врагов-то побольше. Вот так вот просто заходить вслепую, разносить все это... Конечно, весело. Но с этими ребятами бывает неприятно. Так, патроны и пистолеты закончились окончательно. Документация Иллиум. И заказ на сегодня. Вот бы мне полиция платила побольше с этих заданий. Было бы круто. Ничего толкового не падает вообще совершенно. Так, короткая цепь. Добраться до автобусного парка. Это заказ на нейтрализацию. Ну как круто вот так просто бегать. Открываешь новые... Ого. Открываешь новые прям такие части карты интересные. Много чего находишь. Так, а я тут, кстати, знаете что? Не смогу. Забудь. Не... Ну да, еще и на огонь упасть. Ну это прям... Типикал. Стоять. Так, просто нейтрализовать. Слушай, что так это автобусный парк тут? Что тут, хочешь сказать что-то серьезное? Так, узнать, почему полиция прекратила следствие. Найти Хосе. Слушай, тут будет очень много противников. И прикол в том, что вот здесь вот я бы... Не ходил. Тут есть куда отвлекать? Есть куда отвлекать. Давай. Здесь в агрессию не получится сыграть, скорее всего. У меня прям есть такое убеждение сейчас. Так.
Так, у нас, кстати, еще уровень. Пам-пам-пам-пам-парапам. 41 уровень, куда бы? Куда бы влить еще 2? Даже не знаю. Поднять интеллект. Сила просто уже меня особо не интересует. Хладнокровие тоже. Вот интеллект с техникой хотя бы имеют смысл. Просто, я не знаю, в технику вливать 2-9. Не. До 18-го я это не прокачаю, чтобы можно было легендарные вещи качать. Это прям, ну, такое. Давайте в интеллект немного вложимся. Будет он 11-го. Вот, а оставшиеся скиллы закинем куда-нибудь сюда, все-таки, чтобы добить здесь какую-то историю. Если говорить про краткоствол, то, например, пусть у нас последний патрон наносит двойной урон, пусть будем стрелять. А уклонение с пистолетами и револьверами повышает маневренность на 25%, ну, типа того. Не знаю, просто все остальное уже слишком... Слишком странно прокачивать, потому что мы уже не имеем... Ну, я уже так сильно это не разовью. Мы интеллектом пользуемся, ну, в той или иной степени, и, в принципе, оно работает. В том числе интересно, но я бы не сказал, что... Там есть какие-то способности, которые прям вот я смотрю на них и прям вау, какие они крутые, какие они вообще рабочие. Насколько сильно оно сейчас мне изменит весь геймплей, вот это вот. Такого эффекта, конечно, у меня нету. What's this? Can you spot the two things that don't match? Give up. Hint one, Militech. Hint two, Valentino's. Мужчина. Я, наверное, вас придушу сейчас. Придушу и вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда давай. Опа. Так, мне скорее всего сюда. Очень удобно, что ты отвернулся, а тебя можно наверняка отвлечь телеком. К сожалению, некуда класть. Но мне явно нужен местный комп. О, господи. Что ты так орешь-то? Who would have thought? Well, well, either they're planning a costume party, or they're gearing up for a different sort of party. I'm intrigued in either case. Похороны Гонсало Ривера, спасите мне жизнь. Так. Нам все еще нужно найти Хосе, но тут как раз вот есть лестница наверх. А, все, он тело, считай, нашел. Угу. Теперь они знают. А, я думаю, в контексте этого этажа это уже не важно особо. No, fuck that! That ain't our DNA! Now where'd you stick your head, huh? You thought you broke the leash, but we merely loosened it. Так, ну здесь где-то должна быть еще информация. И она, конечно, мало на что влияет, скорее всего, только на дополнительную награду. А, ну тут есть, в принципе, архивный диалог, и это, возможно, оно и есть. Так, я сейчас не могу писать, не переживай, нет, это не Том. Чего можно в шкаф положить? Хорошо, хорошо, тело. Все, кошмар. Как же я теперь?
не то делаю. Ну ладно, хрен с ним. Эй! Эй, пинче ратас! На ла чингада антес де ке лас веа! Я не знаю, как относиться к этой новообретенной способности, но теперь я могу сливаться с мусором. Бля, вот с тобой не прыгнуть. Хотя ноги максимально прокачанные. Вот Адам Дженсен почему-то с телами прыгает. А, но он не умел их таскать нормально. У него была другая проблема, точно. Блин, и вот у них еще нормального выхода нет, понимаешь? Вот как вот мне с телом... А, подожди, ли мне покинуть автобусный... Мне с ним это надо сделать. А, да? А, я его убил, походу, когда он упал вниз. Это возможно. Nice work. Really, really nice work. Did you learn who busted him out after he killed that badge? Unfortunately, no. No mistake. Could have been a big payday for us. Я уже даже не помню, что это. They're loaded on Militech equipment. How? They steal it? Not sure exactly, but looks like they're planning something. Such as? Well, don't know. Okay. See what I can find. Even myself. Talk later. Ну, ну просто мало, интересный квест, не знаю, мы его давно получили, тут что-то особо сейчас... распыливаться на этом. Ну просто когда, видимо, я упал с крыши, когда он был у меня на руках, он, видимо, не пережил это падение в мусорку. Ну, либо это просто не принципиально, но вряд ли я бы его мог оставить там живым, поэтому... Добрый день. Невозмутимость прокачалась. Первый раз за все время. Anyone there? Подожди, это пока что все еще стал самодел, да? Шикарно. Просто идеально. I am the Chupacabra! Это было вообще. Вот тоже добавляет одно очко способности на выбор. А, ну да, у нас появился. Окей. Так. Все, теперь получается остались только вот эти вот заказики. Тут парочка разбоев еще. Давай так, организованная преступность, заказ, вот эти разбои. Заказов что-то много на квадратный метр. Их никогда столько не было. Спасибо, навигатор, ты опять за свое. Блин, покажите мне человека, который работал над интерфейсом в этой игре. Я его закопаю, вот реально. Я ко всему уже привык. Ну вот просто ко всему. Как. Ко всему бреду, который они нарисовали. Окей, все. Я с ним просто свыкся.
с инвентарем, там системой оружия, хорошо. Карта. Просто карта. Либо они это сделают сами, либо быстрее додумают, что мы доделаем. Night City authorities offering a reward for neutralizing Alonzo's criminal network. Он меня не увидел. Ну да, похоже на то, что вас здесь многовато, ну знаете. Учитывая ваш уровень интеллекта. Живых остается, давай, да. Я вас жду, господа. Че? Вот с этим не может разобраться полиция, понимаешь? Вот с этим. Спуск ведет. Ты чё падаешь-то? Не пойму. В смысле? Ну, то, что показывает навигатор, идиотизм. Очевидный прям. Типа, поднимись на лестницу. Якобы иди вот сюда и что? Там ни хрена нету. Lord Livy, I got a shit job for you. Political meeting. You'll need to grab some dirty dogs on Javier Alvarado, advisor to the mayor. Intel says to find him. Там кто-то пытается на меня еще наехать, но их совсем у них нет ни мозгов, ничего. Кражу. Кражи быстро проходят. Так, войти в ресторан. А я войду в ресторан вот так, если вы не против. Я кайфую с того, что... Ну, конечно, что всегда стабильно есть какая-то... точка, с которой можно зайти и прям... моментально оказаться в том месте, в котором ты должен, вот именно по заданию. Вот здесь мне надо просто запрыгнуть на окно,
И выключить камеру, и все, скорее всего, вот эта вот комната, там как раз необходимый предмет. Тихо. Ну, я сейчас тут попасть в кабинет, там просто... Человечек напрягает. И тот не смотрит. Ой. Нормально, нормально, нормально. Все, все хорошо, все нормально, все хорошо. Сорян, Джонни, очень прям вот не до тебя сейчас было. Да отвалите. Ай. Да умри. Так, надо нам, короче, сбавить темп, я понял. Чуть-чуть, прям, чуть-чуть поспокойнее и помедленнее будем здесь сейчас все делать, потому что что-то как-то... Залетел я к ним, конечно, красиво. Я даже не успел особо осмотреть ничего внутри. Так, ну вот это здесь, скорее всего, не просто так. Нейтрализация, между прочим. Но, как бы, знаешь, не просто так, да, по сути, просто так, потому что залезть туда и никуда. Ну, типа, я не вижу окон даже, да, если такая возможность, по идее, может быть, то я вообще ничего не понимаю с этой стороны. С этой стороны... Да что, что? Да я просто здесь хожу, блин. Угомонись. Давай ты меня сейчас еще обнаружишь, ага. Слушай, ну его рубить надо. Be on high alert. She's here somewhere. What you supposed to be done a week ago? Странный мужик. Еще и око за око. Смотри, холодильник. Удивительно, не правда ли? Чем питаться-то будете? An uninvited guest. I don't know who you are, but I know you're making a very, very big mistake. You fucked up. Bad. Girl was poor, so you figured even the junkie on the corner wouldn't give two shits. Slow down! What do you mean? What girl? The one whose blood was all over your limo. Oh, that! Whew! I thought one of my competitors sent you. Look, this is all some gonk misunderstanding. I'm insured for accidents. Compensation's already been paid out. Case closed. And as for this job of yours, I'm sure we can come to some kind of professional understanding. Конечно, спасет. Конечно, придем.
Ты не волнуйся, компенсацию выплатят. С другой стороны, вход был. Мне очень не хотелось ее куда-то вести еще. С такой внутренней политикой эта мадам заслуживала просто вот лишиться жизни инстантно. Да, там, говорит, я бабу сбила нормально. Я заплатила уже всем, все хорошо. Да, конечно. Естественно. Так. A client wishes to free another man of his earthly possessions. More specifically, need you to swipe carry your Dine's guitar. The job is simple, the reward high. More intelligent. А кто заказчик, подожди? А кто заказчик? Тип кража. Ну, нам не да, цель местонахождения гитара. Гитара! Понимаю. Это не открывается никак? Каких-нибудь люков здесь нету? Психофан. Вот это забавно. Так, подожди, ну это же жилое здание. Тут, наверное, на лифт надо просто, да? Поэтому для начала давайте поднимемся. Гитару Керри Еврозина, понимаю. Хотя, может, чья-то, типа, как коллекционная, знаешь. Он же мог ее кому-нибудь подарить. А, и никакой охраны? Так, ну мы сейчас сможем пройти через какую-нибудь, ну не крышу, но это тут похоже на служебное помещение, или через крышу. Здорово, народ. Я тут занимаюсь своими делами. Блин, какое клевое место. Тут просто все в самурае. Well. Piss poor acoustics, that place. Lighting came a close second. Grub was the worst. Of course, the chicks made up for that. Best pussy I ever ate. Чип НМ. Еревродин, да. Look here. Dude made a shrine to the band. Well, half shrine, half vault, more like. Has a numeric keypad. So code's a string of digits. Man, I don't know. Maybe 69, 69, 69. Or maybe not. Тут наверняка я была где. Тут наверняка была где-то подсказка с кодом, но не то чтобы она нам нужна. Штаны Джонни! И это breathtaking ачивка. Мы собрали все предметы одежды Джонни. Как они выглядят? Они лучше, чем мои. Они же наверняка... Ну это прям костюм Джонни, короче. То есть это вот если полный сет собирать, то он выглядит вот так. Ну это прям Биби the Johnny, знаешь, типа. Да, круто, конечно, но нет, штаны я эти носить не буду. Я бы и ботинки поменял, но они и так еще более-менее сюда как-то катят. Штаны вот совсем нет. Так, какую-то куртку мы взяли прикольную.
О, прикольный цвет. Я хочу под это подобрать низ теперь. Очень сильно. Крутая куртка. Давайте в ней. Она же еще по броне хорошая, да? Да, прям очень хорошая. Это нам все не нужно. Круто, слушай, вообще. Мне прям дико нравится. Так, здесь. Давайте все это разберем. Легендарный карнаж, как будто бы ты мне нужен. Блин, тут куча пистолетов, которые гораздо круче, чем у меня гордость. Но у меня, правда, есть скипи. Просто гордость. Ну, я гордость, наверное, сложу в таком случае куда-нибудь. Квартиру, домой. О. Глушаки разные. Ну, понятно, что они, да, посильнее. Я извиняюсь. Это назревало просто. Типа попробовать можно с револьвером. Но просто есть скипи. Скипи вообще класс. Только дверь я уже открыл. Просто кайфово ходить здесь. Прикольная квартирка. Это вот мы так улыбаемся, да, Ви? Класс. Его про него даже над туалетом висит постер какой-то, блин, концерта в новом Орлеане. Какого черта? Гитара Керри Эвродина. Психофан. I'll never forget this. Line was longer than from here to Plymouth Rock. After party lasted two nights straight. And ended in the drunk tank? Нет ответа. Ладно, пойдем отсюда, пока нас никто не спалил. Ну круто, блин, офигенное задание. И да, мы собрали все предметы Джонни Сильверхенда, весь набор. Круто, но это, знаешь, такой, короче, я бы это носил, наверное, но если бы персонаж был мужчиной, оно как-то на женской Ви выглядит очень мешковато, то есть, знаешь, такой прям огромный костюм, все оверсайз, штаны огромные, ну, они не должны быть в обтяжку, но они просто как-то на девушке выглядят прям очень огромными, не знаю. Так, надо гитару еще отнести, да? Так, гитару, выполнить разбой, да и по сути все, мы, считай, завершили, там еще один заказ остается всего лишь. Тут 200 метров пробегу. Пробежимся. Прикольное задание. Я понял, кажется, проблему. Да, я понял проблему. Чуваки, идите взад, я просто бегаю мимо вас. Вот это вот моя любимая агрессия с нихера. Оттуда подняться не смогу. Точно нет. Ладно, поехали. Где?
Oops. Да. Так, ну давайте, ребят, что у нас здесь? Тихо. Это, кстати, реально как будто бы схоже со стелс-атакой. Хотя на деле оно совершенно не так. Но они не обращают на это внимания. Еще и невозмутимость качается. Завали. Мегадиск увеличивает объем памяти на 3. О, привет. Не думал, что здесь остались живые. Так, с непорядком разобрались. И это как раз мимо заказа я проезжаю, да? Ну, сейчас мы сдадим гитарку. И если я опять ничего не прошляпил глазами, то это будет, получается, последний заказ в этом районе, и нам должны дать ачивку за этот район. После чего мы съездим в некоторые места, которые надо тоже посетить. Там появилось второстепенное задание, надо сгонять на квартиру к Джуди, выполнить разбой... Уотсоне, который... Либо я его не видел, либо он появился, я не знаю, я... Не понимаю интерфейс этот дурацкий. Почему почтамат в такой заднице? Так, ну вот я смотрю, тут ничего нету. Да, все, что относится к этому району. Но мы тут очень много времени провели. Но это самое объемное место было. Остаются только тачки. Ну и... Вот это вот. Right уже походу. Да, уже. Вот это задание почему-то не считается. Я не пойму, там сверху окна есть? Вроде есть, да? Я в плане того, что я просто так не запрыгну. Интересно. Это он рисовал, наверное, так на стене, типа чип-навык, инженерное дело. Такое мне нравится. Так, но угоняем машины мы только одним стилем, и он мне нравится. Это просто берешь
видишь какой-то легендарный предмет, который нельзя оставить. Давай. Можно как-то сразу открыть эти ворота? О. О, господи. Да ладно, они даже не... Да, машина просто уехала у вас под нос, ребят. Так бывает, когда вы, ну, идиоты. А можно еще сильнее слепить, а то что-то слишком хорошо видно все. You really saved my ass. Can't thank you enough. What about the ride? You gonna fence it? Well, I have to sooner or later. Know a guy in Sacramento, a collector? He'll set me up for life. Oh, but for now, I'm taking her with me. Spruce her up a little more. Wouldn't stick around too long if I were you. Sixth Street are gonna be searching high and low for this beauty. I'm leaving town today. It's like Uncle Estevez always said, if you gotta choose between your ride and saving someone else's ass, always choose the ride. At least you know that a ride's never gonna betray you. People, on the other hand, ну что делать в киберпанковском мире, где все и так вроде как стали уже машинами в некотором плане? Так, ну что ж, я нас поздравляю, мы наконец-то завершили вот этот огромный кусок карты. Нам остается Пасифика, Сан-Доминго и все пустоши, что не должно занять много времени, но перед этим давайте-ка мы Хэнфорд-стрит... Сначала первым делом разберемся вот с этим бредом. Excellent. The car has reached its owner. Now the money will reach you. Good deed, sir. Так, подожди секундочку. Always repaid in kind. Closing the contract. Until next time. Воспользуемся, конечно же, быстрым перемещением, только оно где-то... где-то где? А, да? Ребят, мне просто быстро переместиться надо, вы мне, естественно, нормально сделать это не дадите. Потому что оно сверху. Но таковым не отмечается. Зашибись, дайте мне быстрое перемещение, а? Последний раз был, блин, неужели я его не видел? Ну как я мог его не видеть? Ну, в смысле легко, на самом деле, с местным интерфейсом это вообще ничего не стоит. Но все равно как? Как можно было так сделать, что дополнительные вот эти второстепенные точки отмечаются, блин, тем же самым цветом, что и дорога? Там только что был совет изучения нескольких иностранных языков. Стало бесполезным в момент появления имплантов-переводчиков. А импланты-переводчики раз... А, ну да. Это же в обе стороны работает. Ну да, по сути, так оно и есть. Появились импланты-переводчики, ты можешь, типа, больше никогда не узнавать, не учить языки. Смысл. Ты понимаешь, и тебя понимают, но их может не быть. Что тоже важно понимать, их просто может элементарно не быть.
человека, с которым ты хочешь общаться. Мне кажется, нам какую-то пургу показывает навигатор. Ну да, так оно и есть. Непонятно, правда, зачем. Там, по-моему, была дорога гораздо более... Ты чего еще, долбанутый, что ли? Я не понимаю. Вы как это делали вообще? Боже. Во-первых, если я хочу сюда наверх, то, наверное, мне надо... Мать же ва... Твою мать... У меня слов нет просто. Это будет очень тупорылое решение проблемы. Но оно сработает гораздо лучше, чем все, что мне пытается показать и навязать навигатора, я клянусь. Что ты теперь показываешь? Ты тупой? Ты вообще что ли, блин? То есть вместо того, чтобы проехать вот так вот и просто здесь по прямой, он мне показывает куда-то направо, там где-то вилять. Понятно, что это не сверху здесь. Но мне ничего, вот поверьте мне, ничего не мешает вот так вот остановиться, выйти, спрыгнуть вниз, всех убить. Вот было бы круто отлипнуть сейчас и заниматься. Это было последнее, что есть в этом районе. Ха, какой кошмар. Какой просто кошмар. Это реально вот то, что нужно было сделать. Чё за бред вообще? Так, смотри. У нас есть... необходимость попасть в квартиру Джуди, потому что я не знаю, работает это на деле или не работает, но она просто же мне пишет, что присылает всякие вещи. Я хочу, чтобы оно работало. Я хочу, чтобы она мне написала: приходи ко мне домой, посмотри, что там на кухне. Не помню, правда, там уже вот это вот описание именно, где именно, но там где-то что-то на кухне, якобы какой-то подарок она подготовила. Давайте посмотрим, так это или нет, работает это или нет. Я надеюсь, что да. Так. Шельму, что ли, она оставила? Технические заметки. Вообще не то она сказала в оригинале. Elizabeth something said she had a job for someone with an eye for virtues. Told her to drop you a line. I see you to think of me, Judy. Hey, don't mention it. I just hope she's worth the eddies. As far as cases go, it was interesting. Hope the same went for your cop. What else is going on besides that? Ah, you know, same old. Rather hear what you've been up to. How's Virtue Tuning going? Scroll anything preem lately? Depends what you call preem. Does smut count? Guess I kind of have to be into a little bit of everything. When it comes to virtues, I'm mostly in it for the intel. You mean seeing who killed who using what? Yeah, something like that. But you see it differently. For you, it's art. Always wondered.
Why the smut industry? Isn't it obvious? 2 minutes of real feels a week's pay. Sure, but I thought someone like you wouldn't be into the whole objectification thing. Objectification? Not in my virtues. My actors love what they do, and that's why everyone wants to feel them. Can't fake old school emotions. How'd you get into virtues anyway? I always had a techie streak, ever since I was a little kid. When I felt my first virtue, I was like, hey, I can make this way better. So I tried, and I did. And then it just snowballed from there. Something else I wanted to talk about. Got all the time in the world. What's new with the mocks? Susie isn't giving me the time of day, as usual. Couldn't you replace Susie and lead the mocks? No way in hell. I'll stick with tuning virtues, thank you very much. If you haven't noticed, I'm not much of a people person. How'd you hook up with the mocks in the first place? I thought Susie and the gang could really change something in this city. I believed in them. Winded up business as usual? I mean, I wouldn't go that far. Few Joy Toys' lives really change for the better thanks to them. Got another question on my mind. Shoot. If I wasn't always on the move, you and I could spend more time together. Enjoy life. Quality over quantity, V. Just focus on tying up all your loose ends. Then you and I are leaving this city once and for all. Try to. Helps to keep it at the back of my mind. Guarantee it does. People already say I've got a bounce in my step. Still think about leaving Night City? Yeah, someday. But as of right now, I've still got a reason to stay. Let's talk for a little while longer, before I have to Delta somewhere. For you, I've got all day. Но мы уже наговорили всего. Ой. Так, ну то есть, короче, то, что она мне оставила, это вот шельма, да, редкая культовая пушка. Ну, оно того не стоит. В плане использовать я это не буду. Но все равно круто, что как раз оно работает, и что вот так вот с Джуди можно поговорить. Ладно. Так, теперь нам с вами нужно вот сюда, потому что здесь появилось какое-то второстепенное задание. Я... не знаю, не уверен, что это. Его тут, ну, как бы, точно не было. Она здесь оказалась после чего-то. Надо глянуть, что это. После этого можно будет идти, соответственно, в райончик. Потому что до Керри опять нужно ждать 7 часов. Я был уверен, что мы с ним закончили, но у него там есть еще какие-то, он, оказывается, приколы. Опять что-то мутит. Но с ним можно мутить. Я как бы не буду это делать, но с ним это возможно. Я, правда, читал на сайтах, что это работает с ним только... Блин, оно снизу. Что с ним это работает, короче, только... на мужиках, но я уже, видимо, теперь больше ничему не верю с того сайта. Тут, походу, можно с кем угодно, как угодно, но, наверное, но Джуди только лесбиянка, Ривер только все-таки только в девушку может, по-моему, влюбиться. У остальных вроде как... А, ну и получается, Панам не может влюбиться в девушку. А некоторые без разницы. А, ты скотина. Too many agents of chaos, overwhelmed by discontent. You again? Did you enjoy our first meditation? Where did you vanish to? Someone else needed me. Felt good as new after. Deep contemplation must be regular in order to yield results. One drop of rain shall not quench your thirst. Would you like to try again? How much for another one? That is for you to decide.
Should be enough. Good. I will watch over you during the meditation. This is a meditation of the water element. We are in the forest. Before us is a waterfall. Spirit of water, I send you greetings. 80% of our flesh and blood is made of you. Oh, what a mystery you are, spirit of water. One moment you are liquid. The next you are ice. Another you are snow. Vapor and fog. One minute you heal, the next you drown. Wash me of sickness, pain, the impurity of my body and soul, the negative energy of negative people, worlds, and dimensions. Give me youth, wisdom, knowledge, health, strength, joy, happiness, and lasting inner peace. Draw the spirit of water into ourselves. Together, we are one body. We are water. We are the ones who flow over the waterfall's edge. We thank you, spirit of water, with our mind, body, and soul. There is no life without you. We honor the beauty hidden within you and the other elements. Gone. Just like the last time. Мне интересно, к чему это может привести. Надо найти все эти брейн-дансы. А, привет, мне твой номер дал Эль Капитан. Спасибо за помощь с машиной. Я хотел сказать, что еще не скоро вернусь в Найт-Сити, а у меня там осталась классная тачка. Не хочу, чтобы она ржавела в одиночестве, так что можешь ее забрать. Гоняй сколько душе угодно. Она сейчас вот тут. Глянь по карте, это рядом с железнодорожными путями на ранчо. Машина в гараже у грузовой станции. Удачи. Надо мной издеваются немного, но давай. Так, а тут у нас... Тут спереди есть точка перемещения. Тачка, которую дали по сюжету. Ну не по сюжету, в смысле, а по заданию. Говна нам пока что по заданию еще не давали. Красивый подгон, мне нравится название. Тогда после этого пойдем к Керри, там его подождем, посмотрим, что ему нужно, и потом пойдем уже в район. Ты видишь, задания-то появляются и появляются. Скорее всего, тут на карте где-то сейчас появится он третий, Дзен. Найти его будет не очень-то легко, конечно же. Ну, типа, это надо вот так вот сейчас брать и сканировать заново карту. Смотреть, что из этого что. Причем, а, ну и он еще будет второстепенным заданием. Либо он по... А, вот он. Нашел. Окей, так, сейчас давай сначала тачку. А вдруг это квадра? А вдруг это та самая квадра? Но она тогда таким тупорылым образом находится на самом деле. Ну то есть это просто какой-то левый заказ совершенно. Да, это она. Да, чуваки, вот квадра, это она. Правда. Правда, очень тупо покрашенная вот с этими какими-то непонятного цвета вставками. Но это она? И еще раз спасибо.
Если бы не ты, я бы так и жил в этой гребаной клоунаде. Никому нельзя верить, никому. Ну как, хороша? Береги ее, еще раз спасибо. Грязная, не знаю. У нее прикольный интерфейс внутри. Вот внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего. Можно ее помыть? Управлять хорошо. Ну вот это вот я уже могу сказать, да, это 100% она Blue Moon. Hey, V, it's Blue Moon from Us Cracks. You know the band? All of Night City knows you. What's cracking? I've got a problem. You mean you're not calling to ask me to be your backup dancer? Just kidding. What can I do you for? It's about a fan of mine. The weirder variety. I've been getting death threats. A lot of them. All sent to my private address. Much clearer now. I'm also being the followed. In your mind. I can't just wait around until something bad happens. We have to find him and deal with him. I don't know how much you charge, V, but I'm prepared to pay whatever the cost. Believe me. How do you know the threat's real and not just a joke in poor taste? V, that last letter I got was a bomb. Security got to it first, of course, but... you see what I'm dealing with? Uh-huh. Doesn't get more real than that. Our guy. You know anything about him? Nothing. Only that he signs his letters GC. Not much to go on. Clue nonetheless. Can't your bandmates do anything about it? You seem like a bunch of girls who can take care of themselves. V, I don't even know what this guy looks like. We need to catch him in the act. Like, quietly. As for us, you said it yourself. The whole city knows our faces. Happy to help out. Whew, Carrie was right. You're like super chill. So, I've got a plan. I'll go for a little stroll by Kabuki Roundabout while you hang back. Watch out for any signs of trouble. You catch something suspicious, like if you see the guy, and you're 100% sure it's him. I'll know what to do. No, no. We're not killing anyone here. That would be bad for the band's, like, PR and stuff. All we want to do is teach him a lesson. Whatever. You make the rules. Awesome! So, just go to Kabuki, sit on the bench, and wait for me. I'll come to you. You are drowning in the here and now. I don't know what all this is about, but I like it. Inner harmony is like coming home from a long journey. You are on the right path. I want to try another one. How much would you like to pay this time? Will this be enough? Yes. You may begin. I will guide you.
We are in the forest. We see rays of sunlight pierce the canopy, dancing and weaving into the tongues of flame below. Spirit of fire, spirit of the sun, I send you greetings. You give beauty to all other things. I am you, and you are me. There is no life without you. From you I was created, and to you I will return. Spirit of the sun, primordial fire, burn all impurity from my body and soul, and the negative energy of negative people, worlds, and dimensions. Cleanse every cell of my body. Give me the energy of life, health, youth, wisdom, knowledge, strength, joy, and happiness. Give me lasting inner peace, so that no one may shake me from my sacred equilibrium. Through half-closed eyes, we absorb the sun's divine energy. Through our eyes, the energy of fire, of the sun, touches our heads and flows down through every organ until it arrives at our toes. Each and every cell within our body, including the subtle and etheric, is replenished with the sun's energy. And from within us, light emerges. We are the sun. We thank you, spirit of the sun, element of fire with our mind, body, and soul. Ну да. Ну, по идее, я думаю, должен остаться еще один квест, типа как 4 стихии. Слушай, причем, по-моему, каждый раз, когда мы это делаем, биочип начинает срывать, нет? Или мне кажется? Так, надавали. Всего сразу. Подожди, вот. Это как достать звезду с неба. Давай мы... Сейчас надо подумать, подожди. Не успеем мы, скорее всего, сегодня взяться за очередной район. Поехали в Буки помогать Blue Moon. Потом после нее пойдем к Керри. Сейчас сколько там? 4 написано, да? 16-19. Но Керри там надо что-то около 7. Я думаю, что мы с Blue Moon-то быстро разберемся. Сейчас ее будут пытаться убивать, я этого мужика поймаю. Да и покончим с этим. Ну, скажем так. Есть машины в этой игре и получше, нежели чем это квадро. Просто странно, что, знаете, ее так продвигали, ее так показывали на всех промо. Она была, знаешь, как прям вот основная машина главного героя. И в итоге это максимально далеко от правды. Это самое, что только может быть. Рандомная тачка, которую мы получаем самым рандомным образом. То есть ты это осознанно никак не поймешь. Я даже сейчас на самом деле не могу сказать, с какого именно задания мы это получили. То есть мы кому-то помогли, вот он дал мне тачку, поскольку уехал из города. Квадро Турбо R. Я просто про то, что мне вот там, например, на том же Калибру не гораздо комфортнее перемещаться и ездить. А, ну Blue Moon мы тоже ждем. То есть сейчас еще будет пропуск времени. Ну ладно, если что, Керри тоже подождем.
here. Awesome. So listen up. In a second, I'm gonna get up and walk a little, okay? When I call you, you'll start following me. But don't get too close, okay? We can't spook our guy. Keep your eyes peeled for anyone lurking around, watching me, spying on me from above, whatever. Anything creepy like that. Got it. Okay. Here goes. Red Menace is keeping an extra lookout from a vantage point high up. Wish me luck. С уровня кольца Кабуки. Так, мне кажется, надо взять. Это вот какая-то странная мадам. Меня пугает, что с ней результатов нет. It is her. What I tell you? That's her. Blue Moon. Bullshit. She's way too fast. Speak for yourself. In your face. Hey! Bill O'Bates an amazing star. Change the fucking track. Но она вот тоже, видишь, куда-то как будто бы идет за ней. Ну давай, что ты сейчас будешь делать, родная? Thunderstalker, stay where you are. Oh, okay. Be careful. And remember, no killing, please. Испорченные фото Blue Moon, странный дневник. Did you say her? Well, there's a twist. I'm heading there right now. Тут недалеко. Встала с кровати, говорит, понимаю. Вот она. Лицо знакомое. She was acting weird. Turned out she was also packing iron and pictures of you, with your eyes cut out. Pretty solid evidence, wouldn't you say? Oh my god, V! Thank you so much! Don't mention it. It's what I was paid to do. A girl like that, who'd have thought? What do we do now? Wait till the badges get here. What about when they let her out? Or she escapes? Then you give me another call. Okay. You're right. I... Thank you for everything. I'll transfer your Eddie soon. Promise. Go get a stiff drink. Cool your nerves. Take care, Blue Moon. Ну, убивать-то её не надо. Now that that's over, you okay? Да. Вот и поговорили. Не знаю, завершили мы это или нет. Будут они это как-то продолжать или нет. О, подожди, машину помыли? Или мне кажется? Она почище стала, да? Тут вот уже получше.
Не, но все равно не такая, как... Какой я ее представлял и видел. У нее колес классные. Убивать-то это не надо было, конечно, но она хоть и помешанная, странная. Но ничего такого не сделала. Деньги отправила. 4950. Ну как, она хотела убить человека, ну просто... Она сумасшедшая, не знаю, может помешанная на ней. Может зависть. Все что угодно. У Керри что? Gotcha. What's going on? Up for a cruise around the bay? Kicking it with old Kerry? What's the occasion? New beginnings and life's loops. Life's loops? V, please don't make me ruin the surprise. You coming or not? Okay, yeah. Sounds promising. I'm in. Music to my fucking ears. Off we go. Now if I can find that button to raise them. Dad. Fucking Samurai. All ahead. Your song? Don't recognize it. Cause it's new. Riff's been bouncing around my skull for a while now. I feel like I'm onto something really special here. Nice axe. It's a Lancaster, custom built. Only five ever made in this series. I got one. Militech Chief's got another. The other three, fuck if I know. It's tailored with a reverse polarity pickup, ebony frets, and one silky smooth Kymar vibrato. And see this rusty color on the strings? Supposed to be the blood of legendary blues man Dennis Ford himself. Okay, so let me hear what this is all about. Like I said, life's loops. Breakfast cereal? No. Loops. Cycles. One chapter ends, another begins. Life's full of them. At least my guru tells me so. Your guru? Yeah. I got spiritual needs. Visit Kian every couple of years. You know, he's got this yurt in Tangland. Middle of fucking nowhere. Off-grid, net blockers included. Our last meet, Keon told me that the time for closure, loop completion, had come. That's why we're here. You and me. This closure got anything to do with Johnny? With you battling shadows? Nah. No, maybe a bit. Managed well without him. Built my career. Made my fortune. Me. But damn it. No matter how hard I try, I can't forget him. Yeah. I'd rip him out of my head if I fucking could. Think I know the feeling. No bite?
Tell me about these loops. Okay. So, first tune I ever wrote that was worth a damn, I wrote at sea. And you notice? Fingers are on to something fresh again today. There's a loop for you. What was that little number? I know it. Bleed the Beat. And I wrote it during a cruise ship game. Decks, pools, more pools, buffets, shrimp, you know, bells and whistles. Everybody thinks the song's about sticking it to corporal fascistas. But actually, it's... Didn't just make music on that boat. Busted my ass, serving drinks, waiting tables. Free time, I composed till my fingers bled. Watch out not to stain their precious porcelain. And there it is. A song about bleeding in service of the rich. People hear what they want to hear, though. But man, was that a hit. One of Samurai's biggest. Just like this one will be. Fresh, raw, real. And you needed company for that? Don't say it like that. But think about that Us Cracks fiasco lately. How you helped me. A lot. You shake things up, V. Before you came along, I was stuck in the mud. And now? Got me thinking about a new song. A new album, even. Real fucking thrasher with a new soul. Like everything from now on. Had what I think folks call an epiphany. Nah, it could just be what folks call maturity. You'll see. No more mayhem, no more shady-ass schemes. Done with that. Well, starting tomorrow. Gonna fucking help me? Or just stand there like a gawk? Jesus. Carrie, that's Eddie's down the drain. Hit the nail on the head. Think this is my boat? Whose the fuck is it? Leadhead motherfucker, L.B. Kovacek. Kovacek? That Kovacek? Mm-hmm. Never got a chance to properly thank him. For the Us Cracks shit, and a few other things. Choose something and smash it. This one's on LB. No. V. Okay, let's rip this boat to shreds. Well, finally ready to party. Either he's gone senile or he's finally wising the fuck up. Could be either. Пытаешься поднять там. Didn't you? Remember when you woke up in that scrapyard? That's where he is now.
being reborn with fuck all to stop him. It's time for the grand finale. Do the honors, V. Huh. Baptism by fire and water. A fucking man. Your party, Care. Only you can end it. Fucking A. No point living if you're not going full blast. Suck on this, Kovacek! Race to the beach! Чему устроили? Керри? Ты там как? Think I ought to start using my own pool more often. Come here, kid. Just hold your breath a little ways. Reeks something real. Beautiful, isn't it? Somebody he has to have seen the smoke by now. If the Samurai sails another day, I'm gonna rip my hair out. I'll come with Black Market C6. What do you think? Never mind. I had fun. You? Got what you wanted. What now? Nothing. And shit, that is fine with me. For these precious few minutes, I simply get to feel good. Thanks, V. Ah, hell of a night, huh? Felt like Samurai's first few gigs. A little sloppy, man. The energy was fucking raw. A nice twist of events. Gotta admit. All right. Let's get out of here before the wind flips and get flooded by that stench. Need a ride? Thanks. Think I'll manage. Ah, you're a loss. Just... don't hang here too long. Be seeing you, V. Мне просто показалось, будет офигенно смотреться с рейтрейсингом кадр. Ну-ка, что там дали? Далее просто прохождение сторилайна Керри. Теперь это точно его финал. Ну, да, можно было там его как-то а-ля поромансить. Но, опять же, имея Джуди... во всех смыслах этого слова. Нам оно уже просто элементарно не нужно. Вот его машина. Так, ну что ж, а нам с вами надо двигаться в одном единственном теперь направлении уже. Я сейчас вместо Нордсайда прочитал Новиград. У меня что-то не так уже с кукухой. Так, у нас есть 233 тысячи. Я думаю, что мы на что-нибудь потратим 100%. Я не вижу задания с стихией. Наверняка где-то оно есть, но оно как второстепенное уже... А, вот тут вот, наверное, вот это вот оно. Угу. Но, как новое отмечалось. Вот, а мы с вами пойдем сюда. Получается, нам нужно вот открыть все вот это вот. Я не думаю, что это займет много времени прям... Я уже говорил, здесь достаточно мало контента в этой части карты. И мы очень быстренько сейчас с этим разберемся. Наверное, просто уже не в этой серии. Я зря не выключил рейтрейсинг, кстати, прямо сейчас. Не то чтобы будет больно, просто... Hey, V. I heard some soldier just opened fire on pedestrians at the pier. If you can swing it, I want him stopped, but not killed. Then I'll send the right people for him.
Спасибо, что меня бросило. Окей, сам справлюсь. Ты где маскируешься под простых смертных? В смысле? Что? More details are on the way. And V, good luck. Так, ну да, 40 FPS это, конечно, прикольно. Так, Киберпсихоз. Окей, подожди, тут... О! Только всего пойдем. Надет военную форму. Ну, короче... Не было на это расчета. Я так понял, что те киберпсихозники, которые должны выжить, они так и так остаются живые. Потому что последних несколько я не пытался там целенаправленно ставить в живых, что... А. София Рамырес. Рамырес. Сейчас мы узнаем, что за история у него с ним. У нее с ним, точнее. Дядя. Ты что устроил здесь? И более главный вопрос, в честь чего ты это сделал? Все трупы, я не знаю, зачем они отмечаются, так все понятно. Эй! Ну давай, что у тебя там... Ну что такое? Ты мне детали прочитать. Потому что почему-то назад открывалось не то. Кто бы мог подумать. Да я теперь его не найду, понимаешь? А, и теперь опять игра. Найдите интересную точку, понятно. Кан Масуда, Диего Рамирес. Диалог. Так, Диего Рамирес. Ну, давай. Или это может быть где-то снизу есть. А. Диего Рамирес. Диего Рамирес. Я не вижу. Просто я нажимаю Z, когда у меня отображается посмотреть на чип, у меня открывается, блин, список способностей. Мне же это так надо. Вообще ничего. Технические заметки. Но это, короче, ладно, хрен с ним. Мы сейчас поймем, что с ним произошло, когда я найду тот важный предмет, который может нам еще... Не который может, а который необходим мне на какой-то хрен. А это, как обычно, игра наугад. Вот это, наверное. Он уже 20 наших убил. Чем вы там занимаетесь? Он нас выслеживает. Два золотых бизнеса из-за вас накрылись. Мы его даже не видели, он просто сидит в своей норе и выжидает. Такую девочку нашли, как раз подойдет. Выманивайте его, дегенерат, и поставьте ее как приманку. Окей, пообещаем отдать ему дочку, устроим засаду и пристрелим.
Да он 100% уже забыл про дочку, он хочет просто отомстить, напомните ему о ней, конченые. Он лично от меня получит пулю в башку. У него башка хотя бы варит, в отличие от вас. Вчера вечером листья как зашелестели, я подумал, этот сукин сын пришел мой дом поджигать. Я так больше не могу. Кен Масуда, Диего Рамирес. То есть пока я это не прочитаю. Кен Масуда, Диего Рамирес. Называется «Найди это для начала». О, боже! Инвалиды на интерфейсе просто сидели. Как я должен тут что-то найти вообще? Вот он. Мы предлагаем перемирие. Интересует? Я хочу вернуть дочь, и ее верну с перемирием или без. Мы ошиблись, мы хотим ее отдать. Ошиблись — это слабо сказано. Где и когда? На пирсе в Пасифике. Мы оставляем девушку, ты оставляешь нас в покое. Я буду там через 20 минут, не заставляйте вас искать. Так. Было нелегко, но мне удалось отправить его в нокаут. Круто, что вы оба остались живы, но мне сообщили, что Макс так уже засек этого парня. Наверное, в этот раз нам лучше уйти с дороги. Актям понравилась девушка, и они решили сделать из нее куклу. Правда, ее отец оказался ветераном спецназа и тут же начал на них охоту. Тварям пришлось заманить его в ловушку, иначе старый солдат охотился бы на них до последнего. С этим они тоже просчитались, мужик выследил и убил каждого из них, как на сафари. Бандиты явно не на того напали, это точно. Так, она опять криво сработала почему-то. Ляп-ляп. 43. 7 уровней осталось. Так, вообще еще думаю, мы прокачаться-то успеем, когда миссии закончатся все. По идее, оно так плюс-минус-то и должно быть. Ну, типа, реально еще 7 уровней. 3 региона, из них больших только один. Да, потому что давайте тогда уже в следующей серии. У нас тут преступление, несколько второстепенных заданий, но ничего такого, что могло бы быть похоже на то, что было здесь. Это прям 100%. Вот, мы в следующей серии зачистим все вот это. Вот эти вот куски, которые не относятся ни к какому району. Вот здесь тоже есть несколько заказов. Я думаю, это быстро, очень быстро прям закончится. Может быть, мы даже успеем приступить... вот этому району, как только мы его зачистим, соответственно, останется тоже практически ничего. Он тоже такой достаточно маленький, вообще не объемный. Тут есть несколько второстепенных заданий, которые киберпсихоз, опять же, потому что сколько там у нас в анатомии убийства, еще 6 человек. Но 6 это ладно еще. 6 это еще более-менее серьезно. Ну, то есть тут как бы, да, вот это вот тоже на отдельное такое время... 129 тысяч. Потом пустоши, но пустоши тоже, понимаешь. Тут не так много всего. Тут есть допка даже. Тут не так много всего. Тут не так много второстепенных именно заданий. Тут много машин и в основном разбои. Так что с этим разберемся достаточно быстро. А в следующей серии мы еще купим с вами машину. Прям 100%. Давайте что-нибудь прокачаем. Что-нибудь мы прокачаем, у нас помимо этого будет еще 7. Раз, два и 7. Вот прикинь, вот сейчас если что-то прокачивать, вот уровень брать, да, то все, что я могу потратить до конца 50 уровня, может уйти в технику просто для того, чтобы можно было прокачивать легендарные, не прокачивать, создавать легендарные пушки. Тупо же. Давай так, один в интеллект, одно в силу. В реакцию краткоствол у нас есть 3. Или в клинки, потому что клинки, оказывается, все-таки работают как клинки богомола. Так что их тоже можно прокачать. Вы восстанавливаете, сильные атаки наносят на 30%. Ну там, я хочу что-нибудь, что покороче. Поменьше качать надо, в смысле. Урон повысим. Пипец, за всю игру игра позволяет полностью, более-менее полностью прокачать только одну подветку скилла, понимаешь? На две можно даже не рассчитывать. Просто билдап система, не люблю такое, очень сильно не люблю такое.
Но тут без вариантов. Купим тачку. Тачку, скорее всего, хочу посмотреть, как выглядит Ктулху. Ну и все. Вот, ну, приступать будем уже в следующей серии. На этом пока что все. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.